Привет, меня зовут Сергей Павлов, я из города Пермь. Сейчас я еду на тандемном велосипеде до Берлина вместе с моим напарником, тоже из Перми. Мы снимаем фильм о нашем велопутешествии, берем интервью у различных людей и расспрашиваем их о том, как развито у них велодвижение. За время нашего путешествия мы подсматриваем различные фишки в городах и какие-то велодорожки, велопарковки, различные велооборудования, и хотим с этим знанием приехать в наш город и как-то их внедрить, эти новшества, чтобы у нас было тоже круто. Еще раз привет, Пермь, на связи, мы скоро вернемся.